со спиртным на Красную площадь не пускают. Это правильно. Особенно с бутылками стеклянными. Так что, ребят, кто собирается пойти сюда, знайте, этот номер не пройдет. Но есть хитрецы, кстати, которые переливают там коньяк в бутылочку, говорят, что это чай. Но не знаю, насколько это может проканать на народ. Смотрите, какая ярмарка. Какие красивые елки. Опять в Москве снег. Нам обещают минус 30 в Рождество. Ну, посмотрим, что из этого выйдет, потому что погода непредсказуема. Так. Все, дна свою сосиску, она мне надоела. Доедай. Вот так вот. Действительно. Ребят, всем привет. Ну что, еще немного красавицы Москвы. Новогодней, предрождественской. Метро «Охотный ряд». Ну, а там Красная площадь, на которую сейчас мы и пойдем. Рождественская ярмарка. Ну, а я все-таки решила зайти на Красную площадь. Поэтому мы с вами туда и пойдем. Очень красиво, что и следовало ожидать. По-другому просто быть не может. Я уже чувствую запах шашлыков, кстати. Там вот ярмарка всевозможных игрушек, новогодних сувениров и, конечно же, чего-нибудь вкусненького. Любой километр. Всегда на нем. Люди фотографируются, кидают копеечки. А предприимчивые граждане другие эти копеечки собирают. Ладно, идем на Красную площадь. Очень много народу, как вы видите. Люди отдыхают. Всем хочется праздника. Ну и, конечно же, я вижу, что люди приехали многие откуда-то. Тоже классно. Ой, смотрите, какой там паровозик, вертолетик катает деток. Не быстрая, но светлая и чистая. Жареный каштан. Каждый год их продают. Ни разу не пробовала. Напишите, кто пробовал, вкусно. Стоит ли это вообще? Смотрите, какие тут красивые всевозможные вещи. Классно, да? Ну что? Вон снеговички какие. Первый канал тут. Деликатес, дичь. В общем, короче, ребят, что только нет. Да. О, смотрите. Да, телефон есть, слава богу, не потеряем. Как ты, малюски. Едут. Вон и Миеля. А я решил и Миеля с рыбкой.